Здравствуйте. Как сегодня настроение? По-моему, показывает лучший результат сезона в стране. Идите рекорд. Ну, в стране, да, показал лучший результат. И в своем же лучший результат показал в сезоне. Но да. Работать еще много. Может, возвращайтесь к своему уровню, по-моему. Да, начинаю потихоньку разбегаться уже. Поздно начал только. По-моему, в том году, по-моему, мы также хорошо выступили, а потом куда-то пропали, по-моему, как-то результаты. Да, но мы планировали еще зимой выступать, но там приболел тоже и не смогли выступить. Вот, сейчас потихоньку вот разбегаюсь. Ребята сегодня вам создали конкуренцию? Или как почувствовали, или вы не видели? Ну, я бежал по третьей дорожке. Передо мной вот бежал Паша Триниха. Вот, и я сперва держался за ним. Потом перед 300 метрами, когда входить в вираж, я начал работать, чтобы уже все начать работать. Потом 50 метров подержал и снова начал уже до финиша работать. Вот. То есть довольны? Да, довольны. Теперь Кубок России. Теперь Кубок России. Ну, а потом чемпионат России 400 метров. А потом чемпионат России 400 метров. Ясно. И плюс эстафета, наверное. Ну, эстафета, не знаю. По 200 не будете экспериментировать? Помните, вы одно время, по-моему, экспериментировали на 200 метров, по-моему, как-то было у вас? Нет, 200 метров у меня не было. Я бегал сам 200 метров, бывало. Бегал. Да, и в этом сезоне я уже успел пробежать, но... Один раз, по-моему, один раз вы пробежали 200 метров, помните? Ну, а так, в принципе, я не практикую эту дистанцию. Ну, понятно, но у вас один раз ее пробежали, помните, мне кажется? Да, был такой период, я помню точно. Было. Вот, когда вы там заявились на 200 метров, по-моему, какой-то был. То есть, смотрите, какой-то был старт. Ясно. И что еще? Вот, какие еще у вас, как бы, сейчас планы? Только, вот... Планы тренироваться и разбегаться. Какой нам результат нужен? 45? Где-то 5? Это, наверное, как минимум. То есть 45-5 пока, вот пока такой планка. Пока да, планируется. Все, тогда желаю вам успехов, у вас все получилось. Спасибо. Молодец, спасибо вам большое, удачи вам. Спасибо. Что все получилось. Спасибо.